Устал дожидаться реакции коммунальщиков и соорудил снегоуборочную технику своими руками житель Сыктывдинского района. За 3 дня его УАЗик превратился в мини-трактор. Проезды в порядке теперь не только к родному дому, чисто и у соседей. Об увлечении, которое приносит удовольствие и пользу, Таисия Жакова. «Любишь кататься, люби и дорогу чистить», убежден Максим Алексеев. Недавно он с семьей приобрел частный дом, а вместе с ним и головную боль, уборку территории и проезда. Работа день за днем лопатой, говорит, дело неблагодарное. Легче один раз соорудить себе помощника. Есть друзья здесь, также 2 домика, которым тоже это надо. Вот решили, все вместе собрались, построили все это безобразие. Ну и ездим сейчас, машина зимой ездит, не в стойле стоит, как обычно, а работает. Ненужные железяки из гаража, трубы с базы металлолома. 3 дня и конструкция готова. Появился даже подъемный механизм, кстати, из обычной лебедки. Зато по проходимости самодельный снегоуборщик даже лучше больших тракторов. А это была большая круглая труба. Мы от нее кусочек отрезали, точнее 2 кусочка, соединили их вместе, вот получился нож. Хозяин чудо-техники в Сыктывкаре известен как организатор и активный участник трофи-рейдов на внедорожниках. Он поучаствовал во всех акциях республиканского масштаба, в том числе в большой экспедиции от Воркуты до Сыктывкара в 2011 году. В этой экспедиции от горки до канавы, автопробеге Белкамур, трофи-рейдах «Медвежий угол». Сил, денег, времени, всего очень много, да. Вот. Но меня радует, меня семья поддерживает. То есть они постоянно со мной на всех мероприятиях. Поэтому, скажем так, то время, которое я провожу в гараже, потом компенсируется самими мероприятиями, когда и дети получают удовольствие, они у меня оба ездят на этой машине. В позапрошлом году Максим провел последнее мероприятие. Сейчас, если и ездит в экспедиции, то в основном на другом железном коне. А завсегдатай гонок на внедорожниках, так сказать, на пенсии. Строил машину Максим еще лет 10 назад. По техническому регламенту по городу на ней не покатаешься. Так что для УАЗа уборка снега все равно, что вторая жизнь. С ним хозяин даже соорудил трамплин для катания на сноуборде. Спасибо Максиму, теперь часто говорят его соседи. Очень хорошо, чистый проезд, очень замечательно, аккуратненько. Вот 2 ряда можно ездить на машинах. Коммунальщиков, как это обычно бывает, Максим не ругает. Говорит, со своей работой справляются хорошо. Главные проезды в его районе чистят исправно. Впрочем, если и забудут, то до дома он все равно доберется без проблем. Таисия Жакова, Василий Янин, телеканал «Юрган», Сыктывдинский район.